Добрый день, дорогие зрители канала «Садовый мир». В наших тепличных домиках самая настоящая томатная радуга расцвела. Давайте сегодня посмотрим на одну из наших томатных групп от компании «Сидек» из фирменной серии «Сахарные». Это томаты, которые удивляют нас каждый сезон. Мы ежегодно выращиваем по несколько сортов из этой фирменной серии для того, чтобы насладиться не только их разнообразным цветом, но и великолепным вкусом. Это салатные томаты, настоящее томатное мясо. И давайте поговорим о всех четырех томатах, которые у нас в этом группе, в этом году в этой группе представлены. И посмотрим на них поближе. И, конечно же, разрежем и попробуем. Давайте начнем наш небольшой обзор вот с этого замечательного салатного томата. Среднеспелый, сахар зеленый. Плодоносить он начинает в диапазоне 110-115 дней. Посмотрите, какой продуктивный сорт. Великолепные желто-зеленые томаты, которые формируют в кисти от 3 до 5 плодов. Но вот в нижней кисточке у меня получилось 7, потому что я не нормировала. Посмотрите, томаты массой от 250 до в среднем 300 граммов. И чем хорош этот томат, если посмотреть, то он очень компактный. Хотя это и индет, его очень выгодно сажать в таких вот округлых арочных теплицах на боковую грядочку ближе к стенке. Там он места много не займет, позволит вам освободить проход. И таким образом высота его 120-150 сантиметров может посадить даже в уголок теплицы и в том числе выращивать в открытом грунте. Он отлично поместится у вас под высокие дуги. В чем же его преимущество именно по вкусовым свойствам? Давайте мы с вами один томатик снимем. Вот этот вот, он прям уже... такой сочный настоящий сахар. Разрезаю его в кадре. Посмотрите, какая сочность. Мякоть в разрезе, видите, более зеленоватая. Ярко выраженная вот эта серединная часть с мякотью томатной и небольшие семенные камеры с деликатной семечкой. Семечка небольшая, она на зубах не хрустит, довольно крепкая кожица, что позволяет томату отлично держаться на кусту и во время транспортировки вы его, как говорится, не расквасите и не раздавите. И самое главное, что мне в нем нравится, и моя дочка с детства эти томаты полюбила, что вот в зеленоплодных томатах очень выражен вот этот баланс между кислинкой и сладенькой. Но кислинки чуть больше, и она томат не портит. Чудесный томатный аромат, и он хорош именно для вот салатных целей. Конечно, он сгодится и в переработку, но если вы будете делать томатный сок исключительно из сахара зеленого, то он будет иметь специфический оттенок такой, знаете, как будто свежевыжатый киви, как будто пюре вот такое развели. И на самом деле, чем хорош зеленоплодный томат, в том числе сахар зеленый? Дело в том, что в нем большое количество антиоксидантов, ликопина много, и он полезен для здоровья, не только вкусный, вот, именно в свежем виде, ну, в том числе для переработки он тоже годится. Но, конечно же, если вы его будете употреблять для здоровья, он хорош тем, что не содержит красного, желтого пигмента, которые могут вызвать аллергии. То есть для аллергиков этот томат очень, конечно, подходит. И еще хочу сказать по плану выращивания. Если вы во второй половине вегетации, когда томат уже наливает плоды, когда он начинает уже активно дозаривать плоды, будете давать калийные подкормки, это очень благотворно скажется на его вкусовых свойствах. И вы тогда действительно вкусите настоящий его томатный вкус и аромат. Еще один красавец – сахар черный из коллекции фирменной компании «Сидек» – сахарные томаты. Посмотрите, в одной лунке я высаживала два саженца, формировала их. Вот один у меня получился в один ствол, второй – в два ствола. И чем меня поразил этот сахар? Выращиваю я уже не первый сезон, а то, что он продуктивен вне зависимости от погодных, скажем так, условий того или иного сезона. В этом году все было не очень гладко, но тем не менее – выдал урожай он неплохой. Это среднеспелый томат, формирует урожай уже на 110-115 день. И чем он хорош? Дело в том, что он очень сладкий, с едва различимой кислинкой. Плоды плоско-округлые. Вот в технической спелости они такие зеленые, с темно-зеленым пятном у плодоножки. А когда поспевают, становятся сначала бурыми, потом наливаются вот такими антоциановыми оттенками. И томат, конечно, высокодекоративный. Смотрится отлично в разрезе, на тарелке, в виде овощной нарезки. Очень хорош для томатной переработки, поскольку обладает очень хорошими, отличными вкусовыми свойствами. То есть на любые томатные продукты вы можете его спокойно выращивать. И чем он хорош? Он чрезвычайно полезен для укрепления сердечно-сосудистой системы, потому что содержит очень много ликопина, антиоксидантов, витамина С, повышает иммунитет. И, честно говоря, его вкусовые свойства выше всех похвал. Давайте мы с вами посмотрим на него в разрезе, на эту томатную мякотку. Я сейчас его постараюсь отделить, чтобы остальные томатики у нас... Посмотрите, какой плод. Режется, как настоящее томатное мясо.
Смотрите, как я и говорила, большое содержание вот именно томатного такого томатной мякоти. По бокам многочисленные семенные камеры, но они небольшие. В то же время томат очень сочный, ароматный. И действительно, вот у каждого сахара в коллекции фирменной есть какие-то свои нюансы. Этот томат исключительно сладкий, за это мы его и любим. И рекомендуем вам попробовать обязательно в следующем сезоне, если вы его еще ни разу не выращивали. А это уже сахар малиновый, и он подтверждает свое название сахар. Действительно, очень сладкий томат, этим и он именно моим членам семьи понравился. Выращивал я его в этом году впервые. Среднепоздний сорт выдает урожай на 115-120 день, однако жаркая августовская погода отлично его подстегнула. И он у нас сейчас практически уже заканчивает плодоношение, поскольку томаты в первом-втором ярусе, может, видите, подсобрали. Вот сейчас в третьей кисти у нас дозариваются 4 великолепных плода. Они плоско-округлой формы, по массе. Производитель заявляет, что они до 200 граммов, однако из-за того, что у нас эта теплица хорошо освещена, видимо, питание получали они достаточное для налива более крупных плодов, томатики получились более увесистыми, чему я, скажем так, несказанно рада. По вкусовым свойствам великолепный томатный вкус, аромат, сбалансированный такой, знаете, гармоничный вкус. И самое главное, что он, вы знаете, как это объяснить, вот, есть такие томаты, которые вот только начинаешь разрезать и сразу понимаешь, это он. Запах просто выше всех похвал. И вкусовые свойства для употребления в свежем виде, и в том числе для переработки на любые томатопродукты, тоже выше всех похвал. Вот посмотрите, плод плоско-округлый, насыщенного розового цвета. Не зря он называется сахар розовый. Разрезаем. Посмотрите, какой красавец. Настоящая томатная мякотка, сочный, небольшие семенные камеры, и посмотрите, нет абсолютно прожилок. Крепкая кожица позволяет томату не растрескиваться на кусту, поэтому если вы его соберете в большом количестве, вы спокойно довезете его до дома и с удовольствием скушаете. Что я для себя отметила? Тем, что высота томата до 2 метров, где-то в среднем 150-180 сантиметров он у меня вырос, и это хорошо именно для арочных теплиц, когда томаты в благоприятных условиях свой рост, скажем так, перерастают немного, 2 и 2 с лишним метра выдают, и за ними тяжелее ухаживать. Формировала в 2-3 ствола, вот один кустик у меня в 2 ствола сформирован, второй в 3, но я его, видите, завершковала. Как он дал мне одну кисточку, я его уже купировала для того, чтобы томаты все у меня вызрели. Планируем отпуск, и я не хочу этот томатный апокалипсис оставлять на родителей, чтобы они не захлебнулись, как говорится, в томатной переработке. Поэтому сейчас мы активно собираем основную часть урожая именно в теплице на среднеспелых, раннеспелых сортах заканчиваем сбор. И очень тяжело в одной программе собрать все томаты из одной серии, потому что они плодоносят немножечко в разное время. Поэтому показываю вам, как говорится, то, что осталось именно к видеосъемкам на кусту. Но поверьте мне, право не игнорировать этот томат. Если есть возможность, обязательно его попробуйте. Это настоящий, действительно, сахаристая мякоть с ярко выраженным томатным вкусом. И он вас урожайностью действительно порадует. Дорогие друзья, на боковой грядке теплицы у меня, видите, пристроились два томата из серии сахарный, сахар оранжевый. Яркими фонариками горят плоды. Созревают дружно, можно собирать массово, как говорится, оставляя только в верхних ярусах плоды для дозаривания и потом для наслаждения его вкусом. Чем он хорош? Вот в плюсах именно в агротехнике. Невысокий. Несмотря на то, что он индетерминантный, вот для боковой стеночки, для открытого грунта тоже отлично подойдет, поскольку формирует вот штамп, вот этот высоту самой вегетативной части, не больше 1,5 метра. Это очень хорошо для проветривания, для ухода за томатами. И при этом его урожайность вот на этот скромный рост по сравнению с томатами, которые по 2-2,5 метра вымахивают, ничуть она не страдает. То есть они томатов выдают не меньше. Формировала их в 2-3 ствола. Томатики формируют в кисти 2-3 плода, но у нас побольше формировалось, и по 5 штучек вот тут внизу висит. Посмотрите, они плоско-округлые, ярко-оранжевого цвета. Давайте снимем томатик и посмотрим на него внутри, в разрезе. С великолепным вкусом, выраженным томатным ароматом, крепкая кожица. И в то же время, посмотрите, какой солнечный яркий вкус. В нем рекордное количество бета-каротина, большое количество витамина С. И еще он очень полезен именно для диетического питания. Если хотите попробовать очень вкусный, гармоничный томат, очень сладкий, попробуйте посадить вот именно этот томат. Называется он сахар оранжевый, еще раз повторяю. Он поразил меня тем, что он устойчив практически ко всем группам заболеваний томатной группы. Мы придерживаемся использования только биопрепаратов, занимаемся этим уже не первый год и не используем, скажем так, тяжелые препараты для
обработки в наших теплицах, поскольку я люблю томат есть с куста. Вот вам грешным делом сообщаю, что люблю просто его обтереть и съесть, слегка очищая кожицу. Дело в том, что томат чем хорош, что у него кожица хоть и крепкая, но она очень легко отделяется. Поэтому, если вы будете его использовать для томатной переработки, его не надо ошпаривать кипятком. Просто чуть-чуть подели кожицу и получили настоящий томатный такой сахарный вкус и консистенцию. Поэтому он отлично подходит, как я сказала, не только для употребления в свежем виде, но и для соков, пюре и других видов заготовок. Кстати, если вы не будете перезаривать томаты на кусту, а снимать их такой, знаете, спелости, хорошей налива, чтобы они нагуляли цвет у вас, и вот трогайте томатик, чувствуете, он еще достаточно твердый, вы его можете долечками в собственном соку, допустим, или в маринаде приготовить не только в виде цельноплодного консервирования, но и действительно порезанной дольками. Так называемый кубанский салат с луком, с огурчиками, он отлично впишется. Кисло-сладкий маринад очень подчеркнет сладость плодов именно этого томата. Дорогие друзья, сегодня мы постарались вам передать свой восторг от яркого вкуса и ароматов 4 томатов из фирменной серии «Сахарный» от компании «Сидек». В этом году мы выращивали, напоминаю, сахар малиновый, сахар зеленый, сахар черный и сахар оранжевый. Конечно же, и в коллекции фирменной серии гораздо больше. Обязательно прикрепляем ссылочку в описании к видео, вы можете сами пройти по ней и убедиться, а возможно что-то по нашим рекомендациям и выбрать для выращивания в следующем сезоне. Все они достойны, с отличными вкусовыми свойствами, с отличной урожайностью и, самое главное, они неприхотливые в уходе, скажем так, это обычная томатная агротехника, без каких-то танцев с бубнами. Что приятно, большинство из них, они универсальные солдаты, подходят и для употребления в свежем виде, точнее не большинство, а все они универсальные солдаты, но большинство из них пригодны для выращивания и в защищенном грунте, и в открытом. Поэтому, если у вас нет теплички, ни в коем случае себе не отказывайте в удовольствии какой-либо из сахаров вырастить в открытом грунте, подстраховав его только на старте под пленочное укрытие. В дальнейшем он будет также с успехом плодоносить и радовать вас яркими цветами, вкусом и, конечно же, ароматом в течение всего сезона. Собирая вот такие вот красивые плоды, вы порадуете себя и своих близких. Надеюсь, наша информация по программе выращивания оказалась для вас полезной, и вы сделаете выбор, хотя бы в пользу нескольких сахаров в следующем сезоне. Всего доброго, до новых встреч!